Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Появились официальные данные о том, насколько в прошлом году в России подорожали новые легковые автомобили. Отечественные на 9,5%, иномарки на 10,5%, информирует Росстат. Это в два раза выше уровня инфляции. Основными причинами роста цен специалисты называют ослабление рубля и повышение ставок утилизационного сбора. По некоторым прогнозам, добавлю, увеличение стоимости авто в наступившем году также может достигнуть 10%. Трасса 101. Большинство пьяных аварий на дорогах нашей страны происходит летом. За 11 месяцев прошлого года ГИБДД насчитало таких почти 14 тысяч, что на 1000 меньше показателя аналогичного периода 2019-го. Число погибших и пострадавших в ДТП, устроенных нетрезвыми шоферами, тоже сократилось. Это, соответственно, 3600 и 18 тысяч человек. Чуть ли не 500 000 водителей в прошлом году лишили прав за пьянку. Трасса 101. Москва снова признана городом с самыми длинными автомобильными пробками в мире. По данным международных экспертов, в прошлом году каждый столичный автомобилист провел в заторах в среднем по 200 часов или более 8 суток. Наиболее напряженная ситуация на дорогах Первопрестольной была в конце декабря. Обратно противоположная обстановка наблюдалась в апреле 2020-го. Также в список наиболее загруженных транспортом мегаполисов попали Мумбаи, Богота и Манила. Трасса 101. Как водителю увидеть то, что скрывают передние стойки кузова? Они, по некоторым данным, закрывают до трети обзора и, соответственно, увеличивают риск ДТП. Решение проблемы придумали пермские студенты. Они создали прибор, который проецирует на стойки изображения с видеокамер, установленных снаружи. Систему, говорят молодые изобретатели, можно установить на любую машину. Стоимость около 30 тысяч рублей. Трасса 101. «Волгу» 1964 года выпуска на сайте «Авто.ру» продают за 1,5 миллиона рублей. Машина с пробегом всего 100 километров доработана. Под капотом у нее 160-сильный двигатель от «Тойоты», коробка-автомат, задний мост от «ГАЗ-3110». В списке удобств фигурирует кондиционер. Только вот можно ли поставить такое чудо на учет – большой вопрос. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.